Патрульный на посту всегда. Служба охраняет закон на улицах без выходных и праздников целые сутки и круглый год. Кстати, прошедший 2009 показал, что преступности на улице стало меньше, ее уровень снизился. Время совершения уличных преступлений – это с 17 до 24 часов. Там порядка 28% всех зарегистрированных уличных преступлений совершается в это время. Соответственно, исходя из этого анализа, мы на эти улицы приближаем пешие посты, автопатрули, то есть усиливаем плотность нарядов. А вот административных протоколов пришлось составить больше – 26 тысяч за год. Проблема номер один очевидна. Количество уличных преступлений снижается, отмечают в полку ППС, но административные нарушения, наоборот, растут. 120 протоколов в день, из них 50 на людей в нетрезвом состоянии. Особенно люди усердствуют употреблять в праздничные дни. В будни же под особым вниманием молодые люди от 18 до 28. Именно эта активная часть населения вносит наибольший вклад в статистику ППС. Самое сложное в нашей работе, ну, это общение с гражданами, потому что люди попадаются все разные. Каждому нужен свой подход. Недавний республиканский закон об ограничении нахождения подростков до 16 лет на улице после 22 часов имеет эффект. Подростки, а главное их родители, стали более внимательными, отмечают милиционеры. Иван Фисько, Владимир Надькин, Вести, Мордовия.